Дорогие друзья, сегодня мир отечественного шоу-бизнеса сотрясает череда ужасных потерь. К сожалению, мы все не вечны, и нам всем тяжело сейчас осознавать, что от нас уходят люди еще той советской закалки. От нас уходит целая эпоха артистов. Потеря близкого человека – это огромное горе и испытание его родных людей. Особенно, если это касается человека, чья жизнь была тесно связана с театром и кино. Они запомнились зрителям еще по работам в советских фильмах. Они успели сделать себе имя и ушли легендами. Вот и сегодня у нас трагическая новость. На 88-м году ушла из жизни советская артистка опереты, заслуженная артистка Алла Хорольская. Алла Хорольская родилась 5 мая 1936 года в Кропоткине Краснодарского края. Окончила студию подготовки актерских кадров при Киевском театре опереты. С 1963 года – солистка Харьковского академического театра музыкальной комедии. Каскадная артистка с яркой харизмой, прекрасно владеющая искусством диалога, каждая роль – точное попадание в образ. Играет как никто. Когда она на сцене, у нее не бывает плохого настроения, хандры, болезней, чисто женских капризов.